Аластер Грюм. Экс-мракоборец. Оппозиционер министерству. И ваш новый преподаватель защиты от темных сил. Я пришел сюда по просьбе Дамблдора. Остальное вам знать не обязательно. Вопросы есть? Что касается темных сил, я верю в практический подход. Но сначала, кто из вас скажет мне, сколько существует непростительных заклятий? 3, сэр. Почему их так называют? Потому что они непростительны. Использовать любой из них... Это все равно, что купить билет в один конец до Азкабана. Верно. В министерстве считают, вам еще рано изучать эти заклятия. Я считаю иначе. Вы должны знать, чему противостоите. Вы должны быть готовы. Вы должны найти другое место, куда станете приклеивать свою жвачку, мистер Финниган. А, с ума сойти. Этот старик затылком может видеть. И слышать, что говорят на задних партах. Итак... С какого заклятия мы начнем? Уизли! Да? Встань! Назови заклятие. Ну, мой отец говорил мне об одном. Угу. Империус, кажется. О, да. Твой отец знает все о нем. Оно доставило министерству много неприятностей. Почему, вы узнаете сейчас. Здравствуй. Иди ко мне, красавица. Энгоргио. Империо! Не бойся, она совершенно безобидна. Если укусит, это смертельно. Что смеешься? Берет меня! Талантливо, правда? О чем бы ее еще попросить? Выпрыгнуть из окна! Или утопиться? Многие колдуны и волшебники клянутся, что выполняли, вы сами знаете, чьи приказы, как раз под действием заклятия Империус. Но вот проблема. Как определить наверняка, кто из них лжет? Следующее. Да-да, ты долгопуп, кажется. Встань. Профессор Стебель говорит, что ты достиг определенных успехов в ботанике. Есть еще заклятие. Круциатус. Верно? Верно, верно! Идем, идем. Отвратное заклятие. Мучительное заклятие. Круцио! Хватит! Вы же видите, он боится! Перестаньте! Может быть, вы назовете нам последнее непростительное заклятие, мисс Грэнджер? Нет? Авада Кедавра!